Глава региона Юрий Бездудный посетил региональную общественную организацию «Особое детство» в Ненецком автономном округе. Центр реабилитации включен в реестр поставщиков социальных услуг региона с прошлого года и занимается социальной реабилитацией детей-инвалидов и детей, признанных нуждающимися в социальной помощи. Анна Коткина с сентября этого года работает в Центре «Особое детство» в Ненецком округе психологом. Всего здесь проводят занятия 13 специалистов. Часть из них, как и Анна, мамы-волонтеры. Детки все разные, от 2 лет и до 20 с чем-то. Вот. И мне кажется, что за это время мы со многими нашли общий язык, контакт, подготовили для них занятия. Вот. И на данный момент у нас есть успехи. Наши дети, которые сюда приходят, они вообще не хотят входить. Все уходят со слезами. Региональная общественная организация «Особое детство» в Ненецком округе была создана 2 года назад. Тогда семьи, воспитывающие детей-инвалидов, объединила вокруг себя Татьяна Вепрева. Я нашла себя. Вот. Я считаю, что это вот просто, ну, я, наверное, для этого создана вот так. Потому что мне по жизни всегда попадались люди, с которыми, ну, вот с особенностями, и друзья, в том числе, начиная с детства, и как-то вот, и образование все, которое получено, оно все сыграло большой плюс впоследствии для того, чтобы... Была задача создать такой центр. И мы изначально, когда вообще разговор шел о том, чтобы создавать организацию, прям с самого начала встал вопрос о создании данного центра. И мы шли, 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 шли и пришли. Центр реабилитации включен в реестр поставщиков социальных услуг региона. Окружной администрацией компенсируются затраты на осуществление социальной реабилитации детей с особенностями здоровья. С января по ноябрь текущего года центру перечислено более 3 миллионов рублей. Также особое детство в НАО участвует в различных конкурсах по привлечению средств и сотрудничает со многими организациями округа. У нас заключено 15 соглашений с различными организациями, такими как «Динамо», «Клуб скандинавской ходьбы», «Диаспоры», то есть мы периодически их приглашаем проводить какие-то мастер-классы, «Русский дом». У нас даже есть соглашение с центром Натальи Пыхтина, к нам периодически приезжают специалисты из Москвы, это неврологи, остеопаты, врачи-специалисты именно по детскому церебральному параличу. Далее у нас есть с фондом «Благодать» город Мурманск, мы с ними работаем. Это направление по трудомастерству, то есть это направление для взрослых, как бы, деток. Летом этого года организация при поддержке окружной администрации переехала в 2-этажное здание, где и разместились специализированные кабинеты. Кроме того, в помещении есть комнаты, где смогут остановиться приезжие специалисты и семьи с детьми-инвалидами из окружных сел на период социальной реабилитации. В этой комнате останавливались специалисты с Москвы, из центра Пыхтина и Натальи, да? То есть это у вас такая мини-гостиница? Да, 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 да. То есть чтобы нам никуда не отправлять людей, чтобы они были при центре, и мы могли работать. И специалисты могут здесь остановиться. Да, да, да. И если вдруг приедут дети, да, в поселку, да, здесь тоже можно. Ежедневно центр посещают до 30 детей с ограниченными возможностями здоровья самого разного возраста. Мы пошли как бы позаниматься с логопедом, но так как тут много разных специалистов, нам предложили, и мы согласились на все. То есть у нас и массаж, и нейротерапия, и звукотерапия, и логопед с моим ребенком занимается, и психолог занимается, то есть и лечебная физкультура у нас тут проходит. И что хорошо, что вот все эти специалисты, ну, мы начали заниматься буквально месяца полтора назад, вот сюда пришли. После вот занятий они беседуют с нами, с родителями, то есть обязательно рассказывают, что и как. Советуют, там, если надо, то обратиться к врачу. В ходе знакомства с деятельностью организации Юрий Бездудный пообщался со специалистами и детьми. На сегодняшний день в организации состоит 168 семей. Посещают центр 82 ребенка. Эти дети требуют особой заботы и особого внимания. И центр занимается именно с такими детьми. Сегодня в центре занимается 82 ребенка. Они получают самые разные услуги, начиная от массажа, сенсорной комнаты, развивающие занятия. И это очень важно, потому что важно, чтобы эти дети абсолютно полноценными жителями были, чтобы они были адаптированы к жизни. Вот, собственно, этим и занимается центр, который возглавляет Татьяна Анатольевна. За это ей и ее коллегам большое спасибо. Вам большое спасибо, что вы посетили наш центр. Очень надеемся на дальнейшее развитие.
В ближайшее время организация при взаимодействии с Департаментом образования, культуры и спорта НАО планирует получить лицензию на дополнительное образование и группу кратковременного пребывания. Стоит отметить, что в этом году организация была награждена дипломом победителя в номинации «Лучший социальный